Скорпионы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на август месяц. Первая карта мы возьмем в начале, да, и что вам высшие силы советуют для вас. Это карта девяткой Пентакли. Почему-то показывает у вас, знаете, начинается начало месяца, да, с такими ситуациями, когда у вас что-то на душе неспокойно. У вас как депрессивная, да, какая-то вот пустота, какое-то нежелание. Здесь вот высшие силы дают вам такое, знаете, как подсказка. А если вы хотите перебороть это состояние, то вы должны делать какие-то действия, вы должны чем-то заниматься, да, чем-то дать себе наполняться новыми энергиями. Так как здесь и мужчина, и женщина, почему-то показывает, что будет, да, в начале месяца какая-то пустота. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца для вас. Это двойка кубков. Двойка кубков показывает, как я сказала, наполнение вашей энергии. Прислушивается ваше сердце, то, что говорит, прислушивается ваша интуиция, ваша душа, то, что она хочет. Да, здесь может быть нету такое желание для одиночек, да, очень, да, знаете, хочется побыть, да, вместе с кем-то, быть в отношении, но почему-то показывает, что здесь пока не будете стремления от вас что-то поменять, то здесь у вас не будет, да, здесь просто вот обращайте внимание, да, и прислушивайтесь, что может быть такое, что вы что-то не договариваете, не делаете что-то, да, здесь как-то требуется вот двойка кубка, какие-то кармические отработки, какие-то кармические уроки сделать, да, для того, если вы хотите построить отношения. Если те, которые находятся в отношении, все-таки здесь как будто показывает, что будете чувствовать, что вы одинокие, да, что-то как будто нету желания, да, чтобы радоваться этим отношениям, которые у вас есть. Давайте посмотрим следующая карта. Карта колесница. Карта стремления, карта нового выбора, карта новой какой-то решения. Для некоторых это может быть, что будет касаться какая-то дорога, какая-то вот поездка куда-то. Может, это есть желание с человеком встретиться, но пока нету возможности, да, пока нету этой возможности поехать, полететь куда-то. Но здесь как-то нужно, да, от вас, если хотите какой-то новый этап в вашей жизни, здесь нужно как-то, чтобы вы боролись правильно принять какое-то решение, да, какой-то вот может быть какого-то выбора сделать здесь. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середину, да, что это касается. Касаться, эта карта показывает карта правосудия, это справедливость. А, может, для некоторых здесь касается, что здесь нужно брать какое-то правильное решение, это по поводу каких-то судебных разбирательств, какие-то процессный развод, какие-то документы. Но здесь самое главное, чтобы вы правильно почувствовали, а стоит этого делать, да, а вообще я по справедливости, да, это делаю, а правильно вообще я сделаю, потому что, да, знаю, вы знаете, что жизнь бумеранг, если вы не будете относиться справедливо к другим людям, так высшие силы, да, будут тоже так в вашу сторону, да, здесь будет как-то кармическая какая-то задача у вас вот в начале, да, и в середине. Давайте посмотрим следующая карта, карта императора. Мужчина, это показывает ваша, да, ваша строгость, ваш контроль, ваша уверенность, ваше постоянство. Здесь нужно, может быть, что вам по справедливости вы должны более, да, быть не эмоциональный, хотя здесь император такой строгий человек, да, он никогда не будет ни перед кем прогибать голову, но все-таки может здесь говорить о том, что вы должны вот в середине держать контроль. Мужчины, это про вас, женщина, если у вас в отношении, то есть такой человек, который вам может помочь, который он, да, по справедливости будет что-то, да, доказывать, да, показывать, или может даже может как-то уверить какой-то показать вам. Одинокие мужчины и женщины, да, это требуется от вас сами, да,
чтобы вы были справедливы по отношению к вам. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта на середине месяца. Это карта шута, обновление, обнуление, начинание с чистого листа. Мужчины и женщины, ваша энергия это требует, ваша душа это уже требует. Вы должны это понимать, что пока не сделаете правильный выбор, правильное решение, вас новое в вашей жизни не придет. Здесь нужно, да, как я сказала и буду еще раз повторить, у вас вот почему-то показывает август месяц какой-то кармический урок, какая-то кармическая задача. А эта кармическая задача стремится, да, к чему-то новому, да, обновление какое-то. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Королева кубка. Ваше знание, ваши какие-то, знаете, спокойствия, какие-то, может быть, ситуации, которые от вас они, да, вот это, может быть, брать какое-то одиночество для того, чтобы вы правильно брали какое-то решение. Женщины и мужчины, еще хочу такое сказать, по правосудию здесь не нужно быть настолько эмоционально, не нужно брать все к сердцу. Дайте себе возможности понять, что что не случается, что не изменяется в нашей жизни, всегда к лучшему. Давайте посмотрим следующая карта, карта шестерка кубков. Воспоминания, ностальгия, да, здесь могут быть то, что будет желание вернуться в прошлое. Хотя высшая сила дает возможность начать новое, но почему-то вас тянет в прошлых воспоминаниях, в ваше прошлое. Здесь просто нужно и требует от вас высшие силы, да, дать себе возможности начать чего-то новое уже как-то в август месяце, под конец. Давайте посмотрим следующая карта, карта советовая. Что вам высшие силы советуют по поводу этой вашей ситуации? Восьмерка мечей. Восьмерка мечей, если вы будете, да, находиться до конца месяца в этой состоянии пустота, нерешимости, знаете, как не хочется и желание что-то изменить, то у вас будет вот это протяжение, на протяжении всего месяца гореть изнутри. Вы не сможете, да, какую-то ситуацию преодолевать. Вот нужно понять, что все, что вы можете делать, это принять какое-то правильное решение. Это решение касается вашего нового начала. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.